Практически всю сеть главных междугородних трасс в нашем крае накрыло снегом. Об этом сообщают в Федеральном управлении автомобильных дорог. На популярном направлении Красноярск-Дивногорск в особо сложных местах даже дежурят автоинспекторы. Более 100 единиц техники непрерывно чистят трассы от снега и обрабатывают их противогололедными материалами. По информации от синоптиков, осадки будут идти еще около суток. И все это время дорожные службы планируют оставаться в режиме повышенной готовности. На трассе Енисей в районе горных перевалов у нас помимо этого работает тяжелая техника К-700, которая осуществляет помощь большегрузному транспорту, поскольку он, как правило, у нас передвигается на всесезонной или летней резине, и у них возникают проблемы с подъемами в крутые горы.